Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока – построение плана местности. Сегодня на уроке мы продолжим изучать план местности. Рассмотрим способы съемки местности, составления плана местности, изображение поверхности Земли на плане, на космических и аэрофотоснимках. Ребята, в начале урока давайте мы с вами повторим пройденный материал. Задание 1. Заменить условные знаки словами. Проверим. Недавно мы поселились у домика лесника. Его избушка стоит на опушке лиственного леса. По обе стороны грунтовой дороги раскинулись заросли кустарника. За ним фруктовый сад. Задание номер 2. Перевести численный масштаб в именованный. И наоборот, именованный масштаб в численный. Проверим. Численный масштаб в именованном в 1 сантиметре 30 метров, в 1 сантиметре 750 метров. Именованный масштаб в численный – 1 к 2 миллионным, 1 к 40 тысячам. Задание 3. Определить масштаб карты, если длина линии на местности составляет 5 километров, а длина линии на карте 0,5 сантиметра. Проверим. Ответ должен получиться в 1 сантиметре 10 километров или масштаб 1 к миллионному. Ребята, а как вы понимаете, что такое съемка местности? Под съемкой местности понимают совокупность работ, выполняемых целью создания планов и карт. Съемки подразделяются на наземные. Измерения проводятся непосредственно на местности. И аэрокосмические, дистанционные, проводимые путем регистрации земной поверхности, обработку полученных материалов и графические построения. Для начала, ребята, давайте узнаем, что такое топография и кто такие топографы. Топография – это наука с богатой историей, тесно связанная с картографией и геодезией. Появилась еще в Древнем Египте, когда надо было определить размеры и границы плодородных участков во время разлива Нила. При раскопках в Вавилоне была найдена статуя военачальника с планом крепости в руках. Уже тогда топография применялась в военном деле. С древнегреческого языка слово «топограф» можно разделить на два слова. «Топа», что означает «место», и «графа», соответственно, «пишу». Однако, в отличие от топографов прошлого, в распоряжении у современных специалистов есть много инструментов, которые облегчают их работу. Оборудование для наземной съемки, применение спутниковых данных. Сейчас в распоряжении топографов также высокоточная цифровая техника, дроны и специальные компьютерные программы. Топограф – это специалист по описанию местности специальными условными знаками с применением методов, инструментов и приборов для измерения земной поверхности с целью ее графического отображения в бумажном электронном виде. Зачастую мы даже не отдаем себе отчет, но с результатами работы топографа все мы сталкиваемся ежедневно. Именно на их данных основывается любая карта. Поэтому каждый раз, отправляясь в путешествие или сверяясь с дорожным навигатором при поездке по городу, при строительстве зданий, прокладке дорог или труб, мы всегда сталкиваемся с работой топографов. Есть еще две профессии, которые связаны с построением карт и планов местности. Это картограф и геодезист.
Профессия картографа подразумевает под собой составление карт. Изначально составлялись бумажные карты, но в наше время все большее распространение приобретают электронные карты. Это делает профессию картографа актуальной и по сей день. Геодезист – это специалист, занимающийся изыскательскими, топографическими, проектировочными и другими работами с целью составления карт и описания характеристик рельефа местности, состояния строительного объекта. Вы любите свежий воздух, пешие прогулки и всегда мечтали больше времени находиться наедине с природой? Работа геодезиста специальная для вас. Но не все так просто, как кажется, и нам, конечно, повезло. Ведь геодезистам приходится работать даже в самых суровых условиях и измерять целые километры площади. Одним словом, геодезист – это человек, определяющий координаты и высоты точек земной поверхности. Полученная информация используется при создании топографических планов и карт, любимого водителями GPS-навигатора, в строительстве и многом другом. На помощь приходит дорогостоящий аппарат. Этот бетонный столбик является отправной точкой для измерения координат. Записываем полученные данные, берем в руки специальный прибор и начинаем. Метр, за которым стоит второй геодезист Наталья, посылает невидимый сигнал на этот рефлектор, отражает его и отправляет обратно данные. Таким образом, мы можем узнать точное расстояние всего за несколько секунд. Настоящие чудеса техники. И таких остановок будет, ну, очень много, пока не получат данные со всего. С электронного тахеометра все данные загружаются на флешку. Теперь мы видим местность в виде соединенных точек, похожих на звездное небо. Это и есть наше поле, только в цифрах. Геодезия – наука сложная, но интересная. Чтобы стать специалистом, нужно долго и упорно учиться, хорошо знать математику и географию. Итак, ребята, познакомившись со специалистами в этой области, давайте рассмотрим, какие существуют способы наземной съемки местности. Наземную съемку местности можно проводить двумя способами. Для наземных съемок топографы применяют сложные инструменты и выполняют точные измерения расстояний, направлений и превышений. Такую работу называют инструментальной съемкой местности. При инструментальной съемке используют приборы для измерения длин линий, приборы для измерения углов, для измерения превышений и другие приборы. Второй вид съемки местности – глазомерная. Все измерения выполняются с помощью простейших приспособлений, заменяющих топографические инструменты. Данный вид съемки используется в тех случаях, когда необходимо в короткий срок получить хотя бы схематический, но наглядный и достаточно подробный план участка местности. План местности, используя глазомерную съемку, может составить любой человек, оценивая расстояние приблизительно, на глаз. Глазомерную съемку можно вести двумя способами. Полярная съемка – снимать с одной точки. И маршрутная съемка – двигаться по выбранному маршруту. При проведении глазомерной съемки расстояние обычно измеряют шагами. Ребята, а вы знаете среднюю длину своего шага? Для определения средней длины шага отмеряют расстояние рулеткой. Отмерив линию длиной 100 или 50 метров, это расстояние надо пройти обычным шагом, считая число сделанных пар шагов. Далее определяют длину шага путем деления известного расстояния на количество шагов. Например, если расстояние 100 метров пройдено за 140 шагов, значит длина одного шага приблизительно равна 70 сантиметров. Глазомерная съемка проводится последовательно от подготовки планшета до оформления плана условными знаками. Давайте рассмотрим, что такое планшет и что необходимо для съемки. Планшет – это лист фанеры или картона,
который необходим для составления плана местности. Компас. Его надо ориентировать так, чтобы линия, соединяющая на шкале деления 0 и 180 градусов, была бы параллельна краю планшета. На планшете наклеивают или прикрепляют кнопками чертежную бумагу. На бумаге прочерчивают линию север-юг параллельно этому направлению на шкале компаса. Для работы нужны также деревянная или металлическая трехгранная линейка, ее называют визирной, циркуль-измеритель, карандаш, резинка и булавки с головкой. Ребята, давайте рассмотрим с вами, как проводят съемку местности. Посмотрите на план школьного двора. В начале работы на планшете нужно наметить точку, соответствующую точке стояния на земле, так, чтобы в намеченном масштабе съемки, например, 1 сантиметр равен 10 метрам, уместился будущий чертеж или его определенная часть. Затем при выборе масштаба съемки нужно знать размер участка местности. Если требуется изготовить такой план, чтобы на нем были показаны все подробности этой местности, то съемку ведут в более крупном масштабе. Например, при устройстве спортивного городка с площадками для игры волейбола или баскетбола можно заснять в масштабе в 1 сантиметр 5 метров или еще более крупном. Например, нам надо изобразить улицу длиной 1 километр на листе школьной тетради размером 21 на 17 сантиметров. Какой масштаб можно взять? Для определения численного масштаба делят длину улицы 1 километр на длину изображающего ее отрезка 20 сантиметров. Это значит, что на плане длина улицы будет уменьшена в 5000 раз. В этом случае численный масштаб 1 к 5000, то есть в 1 сантиметре 50 метров. После этого на планшете изначальной точки делаются направления на все объекты, находящиеся на местности. Столбы, отдельные деревья, дома, перекрестки дорог, холмы и другие. И эти направления прочерчиваются карандашом. Затем на каждый из этих ориентиров измеряют азимуты и подписывают их в таблице полевого журнала. Например, азимут дерева 40 градусов. Ребята, как перенести расстояние на план, измеренные шагами на местности? Для этого следует среднюю длину своего шага 70 сантиметров умножить на количество пар шагов. Допустим, вы сделали 150 пар шагов, и это разделить на величину масштаба. В данном случае у нас 10 метров, так как в 1 сантиметре 10 метров, и записать в таблицу все расчеты с условными обозначениями. Давайте рассмотрим один из способов глазомерной съемки. Полярная съемка. Это съемка, которая проводится из одной точки, или его называют полюс. Точку, полюс, выбирают так, чтобы были видны все объекты, которые нужно показать на плане. Измеряют расстояние до объектов, определяют направления и азимуты объектов. Второй способ глазомерной съемки – это маршрутная съемка. Его применяют при составлении плана участка, вытянутого в длину. Например, можно изобразить путь, пройденный на экскурсии или в походе. Съемщик с планшетом в руках делает в пути остановки. Во время движения от одной остановки к следующей съемщик измеряет расстояние шагами или по времени в пути. С помощью линейного масштаба и циркуля откладывают его на планшете, отмечают место новой остановки проколом булавки. Так, переходя от одной точки местности к другой, изображают на планшете места остановок
и расположенные около них предметы. Посмотрите на примерный план маршрутной съемки. От начальной точки съемщик измеряет расстояние на дерево и ель, определяет направление и их азимут, обозначает условным знаком и по маршруту направляется к мосту. От точки А также, измеряя расстояние и определяя азимут, рисует условными знаками расположенные вблизи предметы местности. Затем следующая остановка в точке Б. После завершения съемки план оформляют. При этом соблюдают правила точного вычерчивания условных знаков. Условные знаки на планах должны быть одинаковыми по форме, величине и цвету со знаками в таблице. Затем подписывают название объектов на самом плане, масштаб, рисуют рамку, подписывают фамилии съемщиков и ставят дату. Кроме наземной съемки местности, которую мы с вами уже рассмотрели, существуют дистанционные. Посмотрите на рисунок во время съемки. Самолет летит по прямолинейным маршрутам, параллельно друг другу. Специальные фотографические камеры непрерывно делают снимки. Местность таким образом снимается по частям. Можно склеить снимки соседних участков и получить изображение большой территории. С аэрофотоснимка вот так вот выглядит Бишкек и жемчужное озеро Иссык-Куль. Космические снимки делают со спутников и станций, движущихся по орбитам вокруг Земли. От высоты, на которой летает космический аппарат, зависит охват снимаемой территории. Чем выше от Земли они летают, тем большую территорию охватывают съемкой. Однако подробность изображения поверхности на снимках при этом может уменьшаться. Географические объекты на космических и аэрофотоснимках представлены в непривычном для нас виде. На космических снимках хорошо видны скопления облаков и гигантские воздушные вихри, зоны наводнений и лесные пожары. Геологи с помощью космических снимков выявляют зоны разломов на поверхности Земли, с которыми связаны месторождения полезных ископаемых, вероятные землетрясения. На основе космических снимков с помощью специальных компьютерных программ создаются различные электронные карты, которыми мы пользуемся на экранах своих мобильных устройств. Ребята, а сейчас давайте закрепим новый материал и попробуем начертить план местности по описанию. Батыр сел на доброго коня и выехал из села Акбулак. Проехав по грунтовой дороге 2 километра на восток мимо колодца, через луг он въехал в смешанный лес. Узкая тропинка, ведущая на юго-восток через 1 километр, привела его к роднику с живой водой. Ребята, вначале нам с вами нужно определить направление север-юг. Мы с вами знаем, что на карте вверху север и внизу юг. Поставим стрелку, указывающую север и юг. Затем начертим рамку. А теперь выберем масштаб.
рассказе у нас было 2 километра и 1 километр. Чтобы это расстояние поместилось у нас на листе бумаги, давайте возьмем масштаб в 1 сантиметре 500 метров и запишем его в нижнем правом углу. А теперь мы с вами начертим план местности по описанию. Батыр сел на доброго коня и выехал из села Акбулак. Рисуем условный знак «село». Проехав по грунтовой дороге 2 километра на восток, мимо колодца, через луг, он въехал в смешанный лес. Обозначаем все условными знаками. Узкая тропинка, ведущая на юго-восток через 1 километр, привела его к роднику с живой водой. Наносим тропинку и условным знаком обозначаем родник. Вот, ребята, у нас и получился план местности по описанию. На этом мы завершаем наш урок. Всего доброго! До свидания, ребята!